Я думаю, мы уже достаточно близки. И по названию этого видеоролика вы, наверное, хотели сказать, подумали: Дань, ты вообще бомжил? Дань, у тебя вообще денег нет? Ты нищета? Это правда. Но все-таки я посчитал интересным составить лук за 100, за 200, за 300 рублей. И поэтому я снимаю этот видеоролик, а не потому, что я бомж. И в этом видео я буду использовать свой гардероб. Ну, еще и съезжу в секонд-хенд, чтобы купить там вещей, знаете ли. Ну и вот. А потом мы составим лук. Я вам докажу то, что я ходячий пример крутого стиля за копейки. То, что я бомб. So guess what? What? I don't know. Yo, B. They ready. Let's go. А еще мне кажется, то, что у меня мания покупать вещи за дешевку. Типа, мне вещь вообще абсолютно не нужна. Но если я вижу ценник 50 рублей, то эта вещь автоматически мне жизненно необходима. Недавно я купил пиджак за 50. Да, плохая. А кто хороший? Вы, наверное, ошарашены, изумлены и просто в полнейшем шоке. И думаете, а что же в этом пакете? А в этом пакете около 14-16 вещей. Вы что думаете, я реально считал? Нет. В этом пакете вещи, цена которых варьируется около 500, 100, 200 и 300 рублей российских настоящих рублей. И из этих вещей, вот это вот бандюрины, я буду составлять бомжа крутые луки. И я надеюсь, вам понравится, и вы оцените мой дар составлять крутые луки. Вот все. Раз, два. If to be honest, если быть честными с вами, я потратил все свои сбережения, а то есть 200 рублей, которые я собрал с миру по нитке. Ладно, окей, я чуть-чуть ошибся с размером. И это далеко не стоит ни 100, ни 300, ни 200 рублей. Ну ладно, пойдет секонд-хенд, мой онлайн-секонд-хенд, который живет и процветает. Итак, мой первый лук. Штаны стоят 115 рублей, они из шерсти, очень крутые. Дедовская ветровка, курточка, не знаю, как хотите так называть, его 190 рублей. Кто придумал снимать видео в курточке и шерстяных штанах в 30-градусную жару? Я. Помните, я в первом видео вам показывал штаны за 1000 рублей, которые я заказал в онлайн-секонде? Я купил точно такие же за 100 рублей. И рубашку 70 рублей. Просто очаровательная и прекрасная. Ну и так, я поменял только верх, но... Что за дядя? Смотрите, этот пиджак стоит 50 рублей, ну штаны те же самые, просто 100 рублей, 150 рублей. А вот и штаны, 110 рублей. Кардиган из кашемира за 170 рублей. Я говорю, я просто великолепен. Ну вот и тот же самый лук, только с жилеткой. Ну, оба варианта красивые, да уж. В чем смысл этого видео? Данчес нищий. Данчес умеет составлять луки из любого магазина страны Российской Федерации. А вообще, в чем посыл ваших бешек, пломбиров, зар, хмов? Не купишь даже за 300 рублей и носки. Тут я составил почти что полноценные луки за 300, за 200 рублей. Футболка не считается, потому что она должна быть обязательно у всех. Это как соль в рецептах, знаете? Я очень люблю ваши реакции, ваши комментарии, как вы мне об этом пишете. Радуйтесь, там, делитесь своими эмоциями. Для меня это безумно сейчас важно. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, то, что вы меня посмотрели, то, что вы меня до сих пор смотрите. Всем пока-пока.